Для профессиональных музыкантов грань между праздниками и буднями, работой и выходными стирается. Особым случаем является такое событие, как день рождения, когда среди зрителей в зале только родные и близкие, а музыканты, в свою очередь, играют любимые композиции в непринужденной атмосфере. В таком формате прошла вечеринка по случаю дня рождения Фреда Генгера, музыканта, арт-промоутера и идейного вдохновителя фестиваля современного искусства «Матчфест». Очень неформальная, приятная обстановка, и было бы страшно ожидать что-нибудь другое от таких людей, от такого именинника, потому что, по-моему, здесь практически все творческие люди Челябинска, которые только можно придумать. Музыка, люди, и во всем вот этом стоит в центре Фред. Все творческие люди в одном месте собираются и общаются. Здесь, наверное, уже все друг друга давно знают. Такая большая, теплая семья. Программа будет очень свободная. Я буду просто из зала выдергивать музыкантов для того, чтобы они вот так вот, ну, вместе как-то сыграли. Такие вечера я никогда не планирую и концерты веду вообще без какого-то сценария и плана. Поскольку эта вечеринка посвящена дню рождения, без поздравлений здесь не обойтись. И в этом случае все присутствующие сегодня желали творческих успехов и новых идей. Самое главное пожелание, это, конечно, является творческих развитий, успехов. Самого-самого светлого, доброго, позитивного. Очень-очень рада, что я здесь каждый год и в этом году снова. Крепкого здоровья, радости в жизни. Радости в музыке, удачи в его проектах. То, как он это делает, то, что он делает, это очень круто, очень нужно для нашего города. Одно из пожеланий сбудется буквально этой весной. Проект «Матчфест» выйдет на новый международный уровень. Фестиваль искусств «Матч» будет кататься по 8 городам в этом году. И 2 из них – это Прага и Кёльн. То есть я вывожу фестиваль все-таки на Европу, потому что хочется наше русское искусство показать там. В свою очередь программа «Beauty Time» присоединяется к поздравлениям. Мы все желаем дорогому Фредди еще больше творческой энергии, чтобы реализовать все задуманное.